Смотрите, что у нас происходит. У нас пусик выступил в роли, я даже не знаю, папы, наверное. В общем, мелкого, пока он маленький, мы зовем Масиком. Он у нас сегодня первый день без мамочки, без мамы-кошки. Вот он ищет тетьку. Соответственно, у пусика ее нет. Но он так терпеливо к этому относится. Очень. И он его вылизывает, смотрите. Наклонности у кота самые нормальные. Кот наш... Ой, будь здоров. Все время в боях. Даже он полуха лишился. По весне, когда за кошек воюют. Вот что-то ему не очень нравится. Он тут хвостом повиливает. Но смотрите, он и не рычит на него, и не прогоняет. В общем, занимается воспитанием. Пусик, ты такой умник у нас. Да чего ж ты умный кот, оказывается. Все, все, а его тоже достали. Он на него укусил. Смотрите, больно ему, да, и он все равно... Какой. Кс-кс-кс. Пусик. Пусик, ты умник. Что там за возня? А, вы мелочи сюда не пускаете. Они тоже хотят посмотреть. Сейчас я камеру выключу, посмотрите.